Движемся в сторону международных новостей. Всю эту ночь Болгария была охвачена акциями протеста. Жители крупнейших городов попытались устроить погромы в цыганских кварталах. Только полиции удалось их остановить. В ходе беспорядков полицейские задержали свыше 100 человек. Есть погибшие и раненые. Что же именно вызвало такие вот даже кровопролитные столкновения болгар с цыганами, расскажет мой коллега, международный обозреватель «Дождя» Егор Низамов. Егор, прошу тебя. Спасибо, Никита. Ну, поводом для националистических демонстрации стало убийство. В пятницу в одной из болгарских деревень Катуница под колесами минивана погиб 19-летний Ангел Петров. И его, предположительно, сбили люди, которые связаны с самым известным в стране цыганом по имени Кирилл Рожков. Его еще называют «Царь Кира». После инцидента на дороге жители Кутиницы начали сжечь автомобили, принадлежащие Рожкову и его семье. А в итоге собрались перед его домом и потребовали от него покинуть деревню. За последние 3 дня беспорядки охватили и близлежащий Пловдив. А сегодня ночью сотни людей вышли на улицы столицы Софии, а также Варны, Плевны и других городов. Все они требовали покончить с некоторым привилегированным положением цыган в стране. Среди демонстрантов были и футбольные болельщики, и националисты. В общем, много было желающих свести счеты с цыганами. И когда Путин преградили полицейские, как раз начались столкновения. По меньшей мере, 5 человек были ранены. А в Катунице во время протестов скончался подросток. По всей видимости, у него произошел сердечный приступ. Кирилл Рожков сейчас открещивается от всех обвинений. Он говорит, что никакого отношения к убийству Петрова не имеет. Но у него такая репутация, что доверять его словам, получается, не у всех. В прошлом еще при коммунистах Рожкова несколько раз судили за нелегальные операции с валютой, а потом обвиняли в торговле наркотиками. Но болгарских демонстрантов волновал, очевидно, не только Рожков, но цыганский вопрос в целом. Напомню, что в прошлом году Франция и Германия даже пытались помешать вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, потому что боялись наплыва цыган. И боялись не зря. Во Франции, к примеру, уже больше года не могут выслать нелегальных иммигрантов из Восточной Европы. И то же самое происходит, скажем, в Италии. Цыгане просто селятся в трейлерных городках, а потом отказываются покидать их даже за деньги. Спасибо большое. Егор Низамов рассказал о тревожной ситуации с цыганами.